Что, с чем тебя поздравлять? Ну все, сдала. Оценки будут выставлены до конца следующей недели, но я думаю, что все хорошо. Будем рассказывать? Да, вот. Сейчас я его успокою. Правильно. Молодец. Привет. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. И сегодня у нас практически последний студенческий влог в этом семестре. Да? Ну да, он практически последний. Потом оценки скажем, когда будет. Сегодня я сдавала последний экзамен. А тот, о котором я раньше рассказывала, что на него можно принести все и даже с собой кого-нибудь привезти. Вот. Это я почему так сказала? У нас сегодня просто одна женщина с ребенком, мешая никуда его денег. Вот, сдавала экзамен уже. Экзамен был, ну я не могу сказать, что легкий, не могу сказать, что трудный, ну, средний такой по тяжести. Были вопросы, которые мы в классе вообще не обсуждали никогда, и поэтому их срочно пришлось искать в интернете ответ. Ну это, наверное, один из твоих любимых предметов, да? Я очень люблю учителя, мне нравится то, что мы... Ну, это Child Development, но один, скажем, из подвидов его. Вот, мне нравится с ней, и она очень хороший учитель. Она хорошо преподает, поэтому у нее очень такая лояльная система. Ну, у нее как-то все в классе так построено, как она не хочет. Она всегда на стороне ученика, она всегда помогает, она никогда не придирается лишнего. В общем, с ней легко учиться. Вот, мы с ней поздравились с будущими праздниками и немножко поговорили. Сегодня я узнала, как же все-таки найти свою первую работу по этой специальности. Оказывается, есть Child Development, и у него идет название 125, но он там как практика расшифровывается. Это будут часы практики в каких-нибудь ну, дошкольных заведениях. И вот обычно свой это карьерный... Daycare. Да? Это и Преско может быть, это и Дейке может быть, и YMCA этот, короче, подожди. Тут очень много. Дейке – это детский садик для... Для совсем маленьких, для, ну, как тебе сказать, от нуля некоторые отдают. До? До 18 месяцев. Но иногда, понимаешь, Сереж, Дейке – это очень такое понятие, ну, как тебе сказать. Ну, вот просто разобраться, а Преско? Преско – это, по-моему, от 2 лет, если я не ошибаюсь. До 4, потому что с 4 уже можно в ТИКе идти. В Transitional Kindergarten, то, что наш Саша посещал. И что, его 2 года посещать? Кого? ТИКе. Ну, смотри, Зай, там же тоже все по возрасту идет. Ну так дочь уже не взяли в первый класс? Дочь взяли в Kindergarten, потому что ей исполнялось 6 лет, только... В марте, а учиться мы начинали, ей фактически еще 5 было. Так, а если в 4, в 5 пойдет в ТИКе, он что, потом второй год пойдет в ТИКе до 6, до 7? Да, честно скажу, не в курсе этой темы, надо будет уточнить, интересно. Просто у нас у Саши, видишь, получается, он перешел и перешел. Ну, а Катаринка, если бы так пошла, так она бы 2 года ходила? Наверное. Это шляпа. Не может быть такого. Так что, так они предлагают, значит, вот эти вот самые маленькие, потом типа до 4, до 5. ТИКе, короче, ты идешь, типа, куда Саша ходил, вот, да. В нашей школе ты можешь попасть. Да. YMCA это что ты можешь там делать? Это программы, да, они есть некоторые на целый день, потому что они, ну, такого вот плана, как, ну, дошкольного образования для деток 2-3 годика, они просто там по возрастным группам разбиты. А есть такого плана, это которые как я... в школах, вот эти продленки? Нет, это... YMCA имеет отдельно на целый день маленьких можно сдавать, да. А есть вот такого плана, когда я девочку, откуда я ее забираю, утром завел, там с ним 3 часа до занятий поиграли, пока ты уехал на работу, вечером с ним, соответственно, школа закончилась в 2, до 6, до 7 часов, 4 часа с ним тоже чем-то занимаются, ну, занимаются, играют, кормят, вот, допустим, девочка там уроки делает, я ее потом забираю. Ну и, в общем, она сказала... Но все до киндергадена. Да. В общем, и мы с ней... еще, подожди секунду. Это курс, который ты будешь брать? Ну, я впоследствии когда-нибудь брать.
брать, конечно. Ты его будешь брать, и через него тебя отправляют на практику. Да. Во времени. Во времени у меня будет практика. И, ну, потом я там какую-то работу буду писать, бла-бла, но это не важно. И она говорит, и обычно, если ты, говорит, себя хорошо зарекомендуешь, практически, говорит, все остаются начинать свою карьеру там, где проходили практику. Угу. Этот класс, он берется практически самый последний, перед тем, как, ну... Идти работать. Закончить как бы свое образование в колледже по чалдовому. Вот. И она спросила, буду ли я его брать этой весной. Я сказала, что я еще пока, ну, составляю план. И облом по поводу ее класса, вот, что я хотела брать онлайн, он уже полностью заполнен. И вот такой вейт-лист туда уже, короче, не попасть. Она говорит, так, ну, короче, он нужен для трансфера в университет. На него очередь всегда большая. В общем, если у тебя назначен appointment на регистрацию класса в 8.45, то лучше всего в 8.40 держать руку над кнопкой, чтобы нажать и чтобы успеть. Ну, она так сказала, а этот класс, то есть тебе тогда его, если мы делаем трансфер? Ну, я его могу попозже взять. Думаю, его можем взять через... У меня все равно еще есть... Не-не-не, я сейчас про этот 125, то его тогда брать через 2 года лучше, поближе к концу. К переходу или тогда уже без разницы? Зай, она у меня спросила, не буду ли я получать сертификат о том, что я, ну, я не знаю, как это все объяснять. Я это понимаю на своем уровне, как это объяснить тому, кто в этом не понимает, я не знаю. Как... Ну, сертификат для чего? Будет работать? Сертификат о достижении, там, бла-бла-бла, у меня 27 юнитов будет в Child Development, что я могу работать ассистентом учителя и всякое такое. Она спросила, ты будешь этот сертификат получать? Если ты будешь его получать, то, говорит, неплохо тебе взять эту практику, и тогда, говорит, как раз, типа, ты бы могла начать уже свою карьеру, да, говорит, обычно, говорит, туда никто не берет на эту, на практику, грубо говоря, на ведущую позицию, туда берут. Ну, понятно. На принесипа, да, особо не мешает. Но она говорит, это какой-то старт. Плюс она сказала, что нужно не стесняться подходить за рекомендательными письмами ко всем профессорам, кого ты брал в Child Development, когда ты пойдешь устраиваться. И говорит, если у тебя есть опыт работы в семьях в каких-то, пускай и они напишут тебе письма, потому что, говорит, это даст возможность рассмотреть себя как персону с различных сторон. Да. Она говорит, неплохо даже, если, говорит, ну, она спросила, какие еще классы права, я ей сказала, что human development права, там география, она говорит, ну, географию не знаю. Я говорю, ничего, не знаю, я могу много интересного рассказать. Вот, она говорит, а возьми письмо, говорит, от профессора по human development, потому что это, говорит, только она может тебя описать, как, ну, глубоко она знает тебя, ну, мы же разбирали мою персону со всех сторон, там, с ней в сочинении. Она говорит, она может дать хорошую оценку тебе, как будущему работнику, персональным твоим качествам и бла-бла. И, кстати, Сереженька, это так, на минуточку, да? Какой сайт она мне первый назвала, Зайка, когда я сказала искать? Инди. Тот же самый. Никакой не Крейглист она не посоветовала почему-то. То есть она сказала к нему возвращаться? Она сказала. Я спросила, говорю, ну я так, как бы мы болтали, я говорю, Дженнис, говорю, а где мне лучше? Говорю, где мне лучше искать? Говорю, один человек, говорю, мне советуют вот туда обращаться. Другой человек, говорю, из колледжа, он, говорю, вот сайт Инди посоветовал. И говорю, есть человек, который мне советует просто вот ехать, грубо говоря, в прескурс, сказать, здравствуйте, не нужна ли я вам такая нарядная? Она говорит, бери сайт Индит, говорит, там типа очень всегда это самое. И еще она сказала всегда читать в нашем здании на первом этаже большая доска. Периодически к профессорам обращаются школы, дошкольные, там дейка, все возможное, частное, не частное. Им нужна молодая кровь, короче. А как он пишется, Индит? Ин. Два и. Вот он и есть приложение. Окей, установим приложение. Ну и как бы все. Потом мы еще немножко с ней поболтали, она спросила, как мои дети относятся к тому, что я буду учителем, потому что она говорит, вчера мой сын, говорит, устал, что я учитель. Было, говорит, шокировано. Ну, он маленький, сегодня вчера она ему дала. Так он говорит, ты что, говорит, в школе работаешь? Она говорит, нет, я взрослый, хочу. Интересная была беседа.
Я немножко огорчена за то, что этот класс заполнен. Я даже не знаю, что делать. Так, а что она сказала по поводу, будет ли стал, он движется, не движется? Ну, шансы как вообще? Шансы какие? Когда начнется обучение, если кто-то через неделю... Соскочит. Чего соскакивать с онлайн-класса, я пока для себя не могу так найти. Так вот я и говорю, она не говорила вообще, бывают такие подвижки? Надо будет, может, не спросить еще, есть ли смысл. Потому что она сейчас сказала, что он полон. Так подожди, хорошо, а если ты станешь выйти, по ходу ходить-то никуда не надо, просто сидеть и письма ждать? И делать домашки, которые она будет давать? Ну, наверное. По ходу надо брать? А если я так их поделаю 3 месяца и просто опыта поднаберусь? Зато потом ты его возьмешь и просто скинешь свои домашки. И скажу, я вам сейчас перешлю одним файлом домашки. Да. Не напрягайтесь, мне прислали. Ну, а почему? Ну, в общем, надо быстренько открывать. Потому что мы решили увеличить нагрузку, я буду брать 15 юнитов. Нагрузить решили. Да, не разгребалось. И, в общем, мне нужен еще один класс. Может, не стоит взять? Инфография была, возьми, стоит. Все равно она для трансфера нужна. Ну, так, сейчас будем смотреть. Ну, я сейчас просто боюсь уже открывать это расписание. Может, там уже вообще ничего не осталось. Ну, кроме как, если география, значит, вторая часть. Не плавание я не хочу. Я не, ну, не хочешь? Ну, как, учиться? Я умею, ну, так, как маленький ребенок. Вот и будешь учиться на взрослого, ну, ребенка. Ну, все, так что в каком-нибудь влоге огласим... Как студент окончил, с какими буквами. И всем пока-пока. Хорошего настроения. И увидимся в интернете. Отмечать Новый год.